Так, ну что, сейчас я нахожусь у моего друга Александра. У него тут столько аккордеонов, честно говоря, глаза разбегаются. Начнем. Хотел вам показать самый такой маленький вариант, но качественно. Я не буду места говорить, на каком там, каком месте стоит аккордеон. Но по звуку. То есть вот реально есть мало меха и очень звонкий. Это Honor. Honor Student 4 или 6. 48. Не, я имею в виду модель. Студент. Студенческий Honor, ну, для учеников. Кто не поиграешь, тут ремешки такие маленькие. Вот, но классный. Сколько ему лет? 60, да, где-то? Ему лет 60, это удивительный ход клавиши, легкий, небольшой, но... и звонкий. Вот. И возьмем, это Honor именно немецкий. И здесь есть Honor, ну, типа немецкий, написано Made in Germany здесь, но мы так подразумеваем, что это, наверное, Honor... китайский, да, 90 годов, да? 90 годов, да, это? Вот, вот, допустим, вот у него аккордеон. Да, он звонкий, он такой же звонкий, но... Честно говоря, даже какое-то не то ощущение клавиатуры. Слышно или нет, но это намного звонче, приятнее и звонче. Такой он немецкий инструмент. Это уже китайский, ну неплохой, для ученика, может быть, пойдет для ученика. Вот. Такой он сбитенький. Сколько в нем? 60, да? Или... Ну, такой не шумящий, в отличие от всяких там стел. Не шумит. Кларнет. Довольно-таки гундосенький кларнет. Гундосенький. Так, ну и дальше. То есть пошли к более интересным моделям. Вот это я называю произведение искусства. Дорогие друзья, всех приветствую на прекрасном канале. Я благодарен Богу, что дал Бог такую возможность познакомиться с братом Виталиком. Один брат, музыкант, он мне посоветовал когда-то это. Он сказал, что там можно найти хорошие ноты, ну и так далее. Вот так. И получилось так, что я обратился за нотами, и мы познакомились, и я благодарен Господу. Сегодня у меня брат Виталик в гостях с братом Мишей, и мы решили сделать такое видео, это будет подарок для аккордеонистов, я сказал так. Короче, я учился тоже в музыкальной школе, и все люди, которые в советских школах учились музыкальных, они в основном знают только, ну, предел аккордеона строения, это суппито, аккордеон вельтмайстер суппито. Но тут на Западе, когда мы тут стали жить, то я увидел такие аккордеоны, как, вот, допустим, Zupa его называют, ну или как немцы выговаривают Zupa, то этот аккордеон делался на фабрике Бельтуна. Сейчас он делается на фабрике Fisman, это все Италия, Кастельфидардо. И
Ну, человек, который этот инструмент спроектировал, скажем так, да, он вообще словенец. Валентин Цуп. Что особого у этого инструмента? Да, конечно, он выглядит в таком стиле, он сделан, да, таком деревенском, сельском, или, как сказать, народном. Но подъем клавиш, допустим, у него тут стоит профессиональная механика. Звук у него тут есть тройной разлив. И на нем, когда играешь, аккордеонисту очень приятно, да, механика приятная. У него, конечно, прямая дека, но для того, чтобы играть вот эти баварские такие польки, вальсы, очень приятно слышится, как бы так, да. Конечно, этот инструмент не стоит столько же, сколько стоит ученический инструмент, да, он стоит бэушный, ну, подороже, конечно, да. Но такой инструмент, когда ты покупаешь, он служит тебе действительно долго. Они делали тогда, ну, в принципе, и сейчас делают очень добросовестно эти инструменты. Ну, это как машины, не знаю, там, Cadillac 50-х годов американский, там, где хром там везде, или там Mustang. Его особенность – это двойной разлив. Вот, фаготик, он прямо дечный. Прикольный басик. Может, он на вид там покажется, как будто его сделали с останков шифонера, что такое дерево. Но на самом деле здесь настолько все гармонично сделано, гармонично, со вкусом. Просто удивительно. Ход кнопочек просто идеальный. 96, да, 96 басов, да, у него. Красота. Просто такой хромик. Хромерный. Ну, тоже не молодой, да? Каких он годов? Начало 90-х. Но состояние идеальнейшее. Состояние у него идеальнейшее. Я потом вам поближе его покажу. Какой ребята, стиль? Это все думают, что вот это немецкое аккордеон, что это немецкая полька. Это все славянское. 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 Словенское. Да, был такой Славка Овсяник, он писал такое. Овсяник? Это что-то русское. Thank you.
тоже. А кто так вот тебя учил играть басы? Ты играешь вообще, по западному? Не, это нас в музыкальной школе так учили. Вот так учили? Я все-таки вот так всегда играл, да? Хотя у меня учитель вот так вот учил. Ну это по западному, так в Европе играют. Четвертым пальцем. Так и легче, да? Так легче. Если так выучиться, пальцы потом у тебя не могу играть так. Как тебе легче? Ну вот так, четвертый, третий. Техничнее так. Ну видишь, подожди, где так жили? В Казахстане так учили, вот так вот играть басы? В Омске. В Омске. Вот так вот. Удивительно. В Москве школе. Я такое только слышал, в Европе только так учат. У нас все учат, ну, третий-второй, везде. Неудобно. Мне с детства удобно. Пока а так пальчики маленькие, удобно. Удобно, а да. А потом, когда ты видишь, русская музыкальная школа, это играется очень много в миноре. Да, 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 да. Там, этого, там... Когда пальчики станут потоньше. В мажоре там надо рядышком. Не помещается. Я когда подрос, приехал в Германию, то я стал играть из-за того, что мне было тяжело играть вот так. А так да, ты все-таки так играл? Я играл вот так, смотри. Ну вот, так это так играл в этом, в Омске так играл, да? Здесь, когда у меня пальцы потолще стали. В Омске я играл вот так. А, так все-таки ты так играл в Омске, ну по-нашенски. Да, но учитель мой говорил, что правильно даже... играть вот так. Интересно. Все-таки вот так правильно, понял? Так это был европеец. Учитель. Учитель. У него была Воропаев фамилия, то у его какого-то родственника Воронаев взял документы. Да. Омская область, там рядом все это происходило. Похоже, да. Ну и самый смак – это профессиональный же аккордеон. Если это такой народный, где-то в народном стиле поиграть. Вот. А сейчас я покажу вам профессиональный аккордеон. Это... мне он, конечно, ближе всего, потому что я играю академическую музыку. Вот, ну или и учился. Вот это... Как правильно называется? Кассота. Нет, это название. Эксельсио. Делается на одной фабрике из Пиджини, да? То есть это итальянский аккордеон. Покупался новеньким, да? То есть он свежачком. Не знаю. О, кстати, запах есть нового. А сколько ему лет? 4 года. Ну, еще пахнет таким новеньким. Я, конечно, ни разу не распаковывал новые прям баяны новые. Но такой он еще... ничего не западало и ничего не сифонило. Да, наверное, при твоей жизни ничего не будет. Да. Я имею в виду при покупке, да, потому что бывает такое, что... Ты прям с магазина, да? Я с магазина. Такой прям, как вот новая гитарка, такой, как в деку гитару нюхаешь, такой новенький запах. Ну, хотел я купить вот именно такой строй, да, без ломаной деки, розлив, но вот этот переиграл, потому что в нем ломаная дека. Не ломаная дека, да, она решает. Ну, конечно. Переключи микрофон. Если так будет лучше слышно, не знаю. Ну, знаешь, что поставить? Нет. Вот так. Типа выборка. Ай, тут же есть. То у меня же там нету этого спускного. Thank you.
Очень приятный. Ага, не там. А для чего так, может, для каких-то знаешь определенных? Самый нижний, наверное, да? Кларнетик. Это просто красота. Это тутти, тутти без разлива. Тутти с разливом. А, не, не тутти, вот тутти. Орган. Покупайте инструменты новые. Ну, скажем, вот гонор, ученический гонор в такой величине, он уже будет стоить тоже около 3000, там 2500-2800. Такой, да? Да. Новый? Бы, да. Или же бы ты за 3 цупан купил. Ну, для музыкальной школы, может, я и гонор бы взял. Для музыкальной школы. Почему? Потому что в музыкальной школе играть программу разнообразно, ну, нужно, по идее, играть программу от полифонии до народных, до вальсов, а там же, в принципе, есть этот самый, да, и кларнеты, ну, органа нет, да, или есть орган? Органа нет, да. Поэтому для школы я посоветовал бы, конечно, вот по классике идти, чтобы там орган был, кларнет был, фагот. Ну, можно в таком строю тоже купить, есть такое. Ну, если можно, по качеству, конечно, по качеству это выше, наверное, даже со современных гоноров, мне так кажется. Ну, оно так и есть, по механике. Это кто их делает? Тоже же итальянцы, Бертуна. Да? Бертуна, Италия, все Кастельфьордано. Италия. Фабрики. А Хонор сейчас делает все Китай, да? А, кроме дорогих моделей, они тоже делаются. Да? Но модели, которые стоят от 9000 и выше, Хонор, это в Италии тоже. Ты бы, наверное, 9 бы, наверное, не покупал бы уже. Такое или там скандали Пиджини. Да или нет? Бэушный. Скандали тоже. Нет, а сколько здесь правда? Не даже сантиметр, а сколько такой быстрый, резкий отскок. Если была бы такая клавиатура на баяне, я был бы супер виртуоз, наверное. У меня более вязче.
отличаются. Даже на пиано отвечает все. Ну это у нас еще в плане попробовать европейские баяны. Да. В общем, друзья, по возможности покупайте хорошие инструменты. Конечно, сейчас денег, тем более в данный момент, вообще тяжело. Но в принципе, вот если есть такая возможность купить хорошее, ну покупать хорошее, даже можно там подзанять, подтянуться, но совсем другие эмоции, совсем другие впечатления о хорошем инструменте. На Феррари ездить в этом по кругу или там на Жигулях. А какой ты не был бы ты мастер, фломастер, но ты на Жигулях первым не придешь. И вторым тоже, и третьим тоже. Да, да, если доедешь, так он там повороте уйдешь. Такой влоговый обзор, это не полноценный влоговый обзор. Музыкальные посиделки, скажем так. Надо сделать такую посиделки с душой. Рубрику. Да, музыкальные посиделки с душой. Там я и в Ужгороде начал сидеть. Вот, и да, даст Бог, здесь продолжим. Да, есть в планах и прокатнуться в магазины музыкальные. А даст Бог, даст и на фабрику, да, съездить. Я-то вам говорю, покупайте инструмент. А я же сам-то рос на мелодии до 7 класса, 8 купили рубин, а нет, до 6 купили рубин, еле-еле, тоже еле-еле купили рубин. Также еле-еле купили Ясную Поляну. Я на ней отыграл с первого курса музыкального училища до третьего курса консерватории. 100 рубин стоил? Микрософт за 130 гривен. Это в долларах 130 гривен. Доллар надо было по 3 или по 5. Ну это тяжело было, представь, для нас тогда, представляешь? Нулевые года были. А Ясную Поляну купили за $300. Папы 100 было, папа 100 занял. И тот человек, когда услышал с Америки, что, ну, что для сына, и он как бы 100 подарил. За $300 купили Ясную Поляну. Да, так что так было. Все, друзья, Божьих благословений, увидимся, все, с Богом.
начал это ансамбль, хотелось это, и попросил его, он в такой форме. Это у меня еще есть одна вариация, там помощнее чуть-чуть. Немецкая песня называется «Воль auf mein Herz». Есть модуляция? А? Да, так есть модуляция, да.